Совсем скоро территория Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями кардинально поменяется. Здесь начались ремонтные работы. Сейчас заведение активно помогает в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Все ремонтные затраты взял на себя частный бизнес, а именно компания «Восток Цемент». Это лицо организации, это лицо прежде всего СПИД-центра. Вот человек, приезжающий даже больной, там, не больной, здоровый, куда-то там что-то там, врачи приезжают. Они, заезжая сюда на территорию, видя ту красоту, которая будет, сразу настроение меняется, сразу меняется какое-то отношение. Сегодня во Владивостоке реализуется много программ по благоустройству территорий, но преобразить весь город одномоментно невозможно. Холдинг «Восток Цемент» обратился с предложением о помощи в Министерство здравоохранения Приморского края. Совместно с экспертами правительства региона была выбрана болевая точка – СПИД-центр на улице Борисенко. Конечно, спасибо организации «Восток Цемент», руководителям в первую очередь, что они вызвались нам помочь. Та работа, которая, еще раз повторю, сейчас идет, происходит, это очень трудоемкая и очень финансово затратная работа, даже для такого учреждения, как мы, а мы не маленькая больница. При поддержке цементного холдинга заменят асфальтобетонное покрытие, установят бордюры, благоустроят парковочные места. Важной частью работ станет установка подпорной стены, которая защитит центр от сточных вод. Добавим, нагрузка на сотрудников медучреждения в последние месяцы ощутимо возросла из-за коронавируса. На территории нашего центра имеется лаборатория, которая носит статус арбитражной лаборатории не только по ВИЧ-инфекции, куда привозят анализы на ВИЧ со всего Приморского края, но и приказом нашего Министерства здравоохранения Приморского края мы уполномочены проводить диагностику на молекулярно-генетическом уровне на COVID-19. Другими словами, результаты лабораторной службы СПИД-центра не нуждаются в дополнительной перепроверке в других организациях. Это связано со стабильно высоким процентом достоверных результатов. В день специалисты проводят не менее 200 исследований на коронавирус. В месяц – более 5000. Биологические материалы от лиц, контактировавших с больными COVID-19, и от медработников приводят сюда со всего Приморья. Метод-то он один и тот же, который применяется при определении вирусной нагрузки при ВИЧ, да, определение маркера и количество его. Точно такая, та же самая методика, единственный нюанс в самой этой системе. Естественно, это нужно было изучить, как бы освоить, внедрить свою работу. Поскольку специалисты у нас достаточно квалифицированы, поэтому мы перешли на эту работу легко. Лаборатория работает без выходных и праздничных дней, буквально в круглосуточном режиме. Также на базе центра развернут изолятор для граждан, у которых не выявили COVID-19, но которые общались с больными. Сегодня центр укомплектован современным оборудованием. Внутри здания полный порядок. И в скором времени, благодаря компании «Восток Цемент», преобразится и внешняя территория учреждения. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.